Готовились к БАТЭ, знали, что довольно качественная команда с хорошими исполнителями, и если дать пространство, то хорошо пользуются. В первом тайме, когда строго действовали, лишили их этого пространства, практически не было опасных моментов возле наших ворот. К сожалению, этот ненужный гол в конце первого тайма получили свои ворота, и во втором тайме уже БАТЭ грамотно оборонялась, сыграли по счету. Мы хотели отыграться, идти и шли вперед. Уже появлялись зоны, которыми пользовалась БАТЭ. Гол забили на переходе, и еще были моменты. Поэтому то, к чему готовились, в общем-то, и получилось. Во втором тайме хотели отыграться, но, к сожалению, не так много моментов было опасных. А те моменты, которые были у ворот БАТЭ, выручил вратарь, сыграл здорово, дать должное. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли, заполнили стадион, нас поддерживали. Только слова благодарности хочется им сказать. И, к сожалению, не смогли их сегодня порадовать положительным результатом. Обидный гол был в раздевалку. Что стало следствием этого момента? Ошибка. Ошибка, элементарная ошибка, которую соперник нас за нее наказал. Сейчас проходит международная пауза. Какие планы у команды на этот недельный перерыв? Будем готовиться, тренироваться здесь, в Гомеле. Две недели посвятим тому, чтобы справить те недочеты, которые у нас есть, и более качественно смотреться в дальнейших играх.